«Задорные морковки» – так назвала один из своих номеров хореографическая студия «Магнифика Шоу Дэнс». В этом году коллективу исполняется 20 лет. К юбилейному концерту Лана готовилась с особым волнением, несмотря на то, что занимается танцами уже 5 лет. На сцене она выступила в роли зайца. Мы очень неугомонные зайцы, поэтому мы хотели очень съесть морковку. Мы были очень голодными. Но цель у нас была такая. В первой части мы нашли морковку, во второй части мы как бы тянем морковку. У нас была уже надежда на то, что мы ее вытянем. Зрители смогли увидеть не только зайцев, но и цыплят с божьими коровками. Ребята воплотили в танцы даже мысли писателя. Особо символичны для коллектива номера, которые передавались из поколения в поколение, отмечает балетмейстер хореографической студии. Да, у нас много выступлений и этого года, и прошлого года. Есть танцевальные композиции, которые мы вот буквально вспоминали, собирали, которым уже по 10, по 15 лет. Поэтому это, да, это какая-то особенная дата, особенные какие-то танцевальные композиции. «Магнифика» – лауреат международных конкурсов и фестивалей. Юные таланты принимают активное участие в городских концертах. Ежегодно участвуем в конкурсах, не в одном, и международные, и выезжаем. Последняя у нас была поездка в Калининград, где старшие группы взяли гран-при фестиваля, и младшие, средние все заняли второе место. Плюс результат хороший, мы очень ими гордимся. По словам педагогов, в коллективе чтут и хранят традиции хореографического искусства. «Магнифика» – это настоящая семья, в которой ребят поддерживают их близкие и родные. Мы создали вот такие костюмы, чтобы поддержать наших ребят перед концертом, повеселить их. Ну и, конечно же, еще раз поздравить наше дорогое «Магнифика Шоу Дэнс» с днем рождения! В Доме культуры «Солнечный» не смолкали аплодисменты. На глазах у зрителей растет новое поколение воспитанников хореографической студии, которое стремится постичь искусство танца. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».